В моем лице разрешите поздравить всех женщин Чукотки с наступающим и уже у некоторых с наступившим днем 8 марта. Желаем успеха, продвижения в карьерной службе и прочих благ, которые нам доступны здесь, на нашей суровой земле. Всем спасибо, еще раз с праздником всех. Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо. С 8 марта поздравляем. Желаю вам всего самого наилучшего. Счастья. Здоровья. Добра. Любви. Чтобы ваши желания всегда исполнялись. Хороших партнеров. Хороших успехов в школе. С праздником вас. Спасибо большое. Дорогие мамы, девушки, женщины, поздравляю вас с 8 марта. Желаю всего самого хорошего. Чтобы вы всегда были красивыми и молодыми. Всего вам хорошего. С праздником, дорогие женщины! Как ваше настроение? Отличное! Дорогие наши леди, от всего сердца и от всего города Анадыря поздравляю вас с этим чудесным праздником. Спасибо, что вы есть у нас, скрашиваете нашу жизнь. Счастья вам, любви, благополучия и всего самого наилучшего. От всей души, Владислав. С праздником вас! Спасибо большое! Счастья, здоровья, отличного настроения! Спасибо. Угу. Вас с прошедшим 23 февраля. Спасибо. Дорогие девушки, мамы, бабушки, сестры, поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником, с 8 марта. Хочу пожелать вам самое главное здоровья, любви, чтобы вы никогда не плакали, всегда улыбались. Будьте любимыми, мы вас любим, всегда это знайте и помните. Еще раз вас с праздником. С праздником. Спасибо. Счастья, здоровья. Спасибо большое. Поздравляем. Поздравляем наших мам с международным женским днем. Желаем им здоровья, счастья, чтобы они никогда не болели. Спасибо. Спасибо. В этот прекрасный весенний день хотелось бы пожелать нашим женщинам, чтобы они оставались всегда такими красивыми, хранительницами очага, любили нас, конечно же, так же. И мир, мир, естественно, мир нашему дому, всем домам, которые не только в нашей стране, но и в остальных странах. Спасибо, что они у нас есть, и мы их любим и ценим. С праздником еще раз. С праздником. Спасибо. Поздравляю женщин с праздником. Желаю им счастья, здоровья, любви, успехов. С праздником вас! Спасибо! Мы поздравляем всех женщин Чукотки, бабушек, мам с Международным женским днем. Желаем счастья, любви, здоровья, гармонии, мирного неба над головой. И желаем всего самого наилучшего в этой жизни, особенно в наши дни. С весенним праздником вас! Спасибо! Поздравляю всех женщин на Чукотке. С праздником вас. Поздравляю всех женщин и девушек. Счастья, здоровья, много денег. В общем, всех прекрасных наших женщин, любимых, поздравляю с вашим днем. В общем, всегда оставайтесь такими жизнерадостными, веселыми, позитивными. Любите мужей своих и детей. В общем, все. С праздником! Спасибо большое! Всех женщин поздравляю, Чукотки, что всем здоровья, самое главное, остальное, как говорят, все приложится. Ну, всего хорошего, вам здоровья. Спасибо. Да. С праздником вас. Спасибо большое. Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо. Спасибо и вам. Ой. Наверное, это готовка. Отвечай. Да я не знаю сама. Ну, трудно женщинам жить на Чукотке? Ну, да. Нет. Ну, летом холодно, а так нормально. Ой, зимой. Да нет, у нас отопление жарко. Счастья, здоровья, любви. Всего хорошего. Поздравляем с праздником. Любви, удачи. С праздником вас! Спасибо большое! Отличного настроения, чтобы у вас все получалось! Спасибо! Спасибо большое! Красотой!
чтобы найти себе состоятельного мужа. Ну, милая то, что она была милой. Умом. Да. Хорошая работа. Да. Счастье. В семье. Здоровье всегда. Хорошая одежда. Чтобы дети были всегда обеспечены. А, и счастливы. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам всего самого-самого наилучшего. Вы у нас самые красивые в мире. Вам здоровья огромного. И любите своих мужчин, потому что они для вас стараются. Побольше вам ярких, солнечных, теплых дней. Внимания, заботы и просто замечательное настроение. С праздником. Будьте здоровы, с праздником. Для нас это вообще интересный вопрос для самих. Почему? Потому что мы сами приехали сюда. Мы из другого города, и вот мы здесь на гастролях. Буквально четвертый день мы здесь находимся, поэтому нам вообще интересно знакомство с Чукоткой, скажем так, с женщинами, с мужчинами. А женщина должна обладать, наверное, да всеми теми же качествами, которыми и должна обладать женщина. Да, как обычная женщина. Потому что мы их должны оберегать, любить, ценить, и тогда они будут самые замечательные и прекрасные для нас. Женщина всегда должна оставаться загадкой. Это замечательно. Прекрасно. Мы артисты театра юного зрителя города Рязань. Дмитрий Мазепа. Константин Ретинский. С праздником вас, дорогие женщины. С праздником. Будьте счастливы. С праздником вас. Дорогих женщин, поздравляем с праздником. Удачи, успехов. Будьте всегда красивые, стройные, высокие и любимые. Значит, крепостью, вот, силою. Чем еще? Ну, не знаю еще чем. Дорогие женщины, с праздником 8 марта. Желаю вам здоровья, успехов, всего самого-самого наилучшего в вашей жизни. Чтобы все ваши мечты сбывались. Счастья вам. Ну, наши женщины на Чукотке сильные, красивые, самые лучшие. С праздником! Спасибо! С праздником! Конечно. С праздником! И вас. Дорогие женщины, поздравляю вас с вашим днем. Желаю счастья, любви и всего самого наилучшего. Она должна быть такой строгой закалки, так как условия Крайнего Севера не позволяют быть мягкотелым, неописуемо красивой. Все-таки Россия, Чукотка. Также люди на Чукотке, я сам не местный, как я заметил, намного добрее. Совсем другой, какие-то нормы, приличия, рамки, границы. Тут больше уважается личное пространство, чем на материке. Они, может быть, немножко скромнее, но каждый человек по-своему тут хорош и дарит тепло и уют. С праздником вас! Ой, спасибо! Она должна быть очень сильной, крепкой, выносливой, терпеливой, доброй, внимательной, заботливой. Тогда все будет в ее руках. С праздником вас! С праздником! С праздником! Спасибо! Здравствуйте, я на прошлое 8 марта давала интервью и сейчас дам интервью. Замечательно, с праздником вас. Спасибо огромное. Счастья, успеха, отличного настроения. Я смотрю, у вас оно отличное. Да, спасибо вам огромное. На самом деле, невероятно приятный день. Еще 7 марта все в магазинах улыбаются, на работе всех поздравляют. Почаще бы на Чукотке или где-то, где-либо еще. Она должна быть точно счастливой, а все остальное не важно. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Всех с праздником. С праздником. До свидания. Спасибо. С праздником, с 8 марта. И желаю счастья, любви. Спасибо. Спасибо. Все, всего доброго. Все, что было, здоровье было, остальное все будет. С праздником вас. Спасибо большое. Здравствуйте, с праздником спасибо. Вас. Здравствуйте, спасибо. С праздником вас. Спасибо. Женщины, живущие на Чукотке, сильные женщины, потому что они могут многое преодолеть и приспособиться жить в наших суровых условиях. Поздравляю всех с праздником. Спасибо вам. Спасибо. Я очень сильно поздравляю за него с 8 марта. Желаю, чтобы они были вечны. И чтобы они никогда не...
И чтобы они были всегда радостные. Спасибо. Марта! Готовить обед, любить. Красивый. Пахнуть весной. Цветами. Быть доброй. Быть всегда на позитиве. Быть всегда красивой. И любимой для каждого. Вам не холодно? Нет. Вам жарко? Да. Да. Все, я полетел, Коля. Дима! 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 Ух ты! Ой, как здорово! Что могу сказать? Поздравляю наших женщин с праздником. Желаем счастья, здоровья, любви. И всего самого наилучшего. Все, всего доброго. Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо. Спасибо. Выносливая должна быть. С характером железным. А какая еще должна быть? Еще какая-то. Веселая. Без этого никак на севере. Работящая, трудящая. Работящая, да. Наверное, крепким здоровьем. Характер, чтобы был. Умом. С 8 марта. Поздравляю вас, чтобы вы жили и чтобы вам подарки были крутые. Здравствуйте, с праздником вас. Спасибо, спасибо большое. Выносливостью. Силой. А вы как считаете? Смелой должна быть. И храбрый, сильный. Спасибо. С праздником вас. Спасибо. Всех женщин Чукотки, России поздравляю с праздником 8 марта. С 8 марта! С 8 марта! С 8 марта! С 8 марта!